Короче, папка решил разориться, взять себе новую доску. Папка любит готовить, а доска у него пластмассовая, нож постоянно тупится. И взял вот такой хорошенький ножик, его разобрал, посмотрел, он такой острый, мощный, тяжеленький. Короче, это... Люблю готовить, поэтому... Блин, 1400 рублей, жалко. Пипец, бабка попал. О, нифига себе, сидит, под дождь поет. Пошел в магазин, выхожу, а тут ливень идет, а я на велике. Что делать? Придется ехать мокнуть. Мне ехать до дома 20 минут, и весь мокрый, короче, уже. Ну, сейчас приехал этот доставщик, проехал на велосипеде. Бедолага, он весь мокрый. Светлая одежда, он весь мокрый. Вот это я ему соболезную, короче. Сейчас им конкретно плохо работается, тяжело. Мокрый, ехать надо. Отказаться не можешь, прикиньте. Ты-то ладно, я вот сейчас... Полчаса в магазине простоял. Думал, дождь закончится. Нифига, в ближайшие 2 часа дождь не прекратится, а только усилился. Сейчас, короче, еду, у меня рюкзак, наверное... Хотя я на рюкзак чехол надел. Короче, сам я весь мокрый. Да и хер с ним. Что со мной не случится, не сахарный. Но так я еще не ездил на велике. Смотрите, какой ливень фигачит, у меня аж камеру забрызгало. Здесь сейчас придется слезть, пешочком пройтись. Короче, у меня вся жопа мокрая. Я весь мокрый, а ехать еще надо. Ехай. О, поедем вон туда. Чуть-чуть проедемся под укрытием. Под префектурой. Ехей! А, фак! У меня еще крыла нету на заднем колесе. Пипец, у меня все в жопу затекло. Кроссовки все мокрые. Жесть! Хорошо вам, собаки. Папка приехал, даже никто не встречает. Тайсон смотрит только. И Джина вон хвостиком виляет. Лежите тут в тепле. А папка весь мокрый. Сейчас выжимать придется. Вон наши штаны блестят, все мокрые. Это все, короче, стирать. У Джинки новый мячик. Встать. Ай, молодец. Вперед. Ой, Тайсон побежал. И Тайсон побежал за новым мячиком. Джина, давай апорт. Смотрите, моя сладкая. Дай. Молодец. Ей, походу, нравится, что здесь такая длинная веревка. Она ее трепать может. Надо тогда тот мячик Тазику отдать. Пускай ходит с мячиком. Джина, апорт! Сейчас она эту веревку быстро разорвет. Дай. Дай, дай. Ай ты, смотрите, классный силиконовый мячик.
Ай, как ей он нравится. Дай. Жевать нельзя. Новый мячик жевать нельзя, Жинка. Рядом. Молодец. Домик. Хорошо. Куда побежал? Я тебя обманул. Стоять. Давай, через Тайс на барьер. Барьер, Тайс. Ох, прыгнул. Барьер. Опа. Сейчас через Тайсон, сейчас это, обходить будет Тайсон. Смотрите, Тайсон, сидеть. Джин, апорт. Апорт. Сука, не грызи, блин, веревку встала, грызет, блин. Скотина, сейчас все разорвет сразу. Апорт, сказал. Дай. Акула крокодилевна, все жует. Пипец, блин. Тайс, сидеть. Джина. Обойди. О, видите, как полезно иметь двух собак. Обойди. Рядом. Молодец. Рядом. Опор. Сидеть. Лежать. Сидеть. Лежать. Сидеть. Сидеть, лежать. Тайсон, а тебя тоже касается? Ты что халтуришь, а? Сачкуешь, Тайсон. Лежать, Тайсон. Лежать. Тайс, лежать. Тайс, лежать. Молодец. Сидеть. Тайс, сидеть. Тайс, сидеть. Молодец. Лежать. Лежать. Сидеть. Лежать. Сидеть. Лежать. Тайсон, вот ты не хочешь заниматься, значит, мяч за мячиком Джина будет бегать. А ты лежи дальше, что тебе бегать за мячиком? Джина, апорт! Потом хромать будешь. Давай. Ай, молодец. Пойдем, я тебе его спрячу. Интересно, как быстро ты его найдешь. Да? Пойдем, посмотрим. Джинка. Что ты испугалась, да? Короче, видите, здесь вот несколько таких вот мешков лежит. Сейчас я под один мешок спрячу мячик. И посмотрим, Джина найдет или нет. Она, для этого их надо посадить куда-нибудь вон за елку, чтобы они меня не видели. Сидеть. Вот под этот спрячу. Ищи мячик, Джина. Ищи. Ага, она привыкла, что я по деревьям прячу. Молодец, ищи. Что, интересно? Тайсон, ищи давай. Собаки не знают, видите, куда я спрятал. Также мог я и на дерево повесить, под дерево положить, в кусты куда-нибудь спрятать. Сейчас пойдет там под елочками посмотрит. Ищи, ищи. Молодец, Тайс, ищи. Ищи, Тайсон, ты что за Джиной-то бегаешь? Включай свою эту чуйку. Сейчас почувствует Джина. О, учуяла, смотри, учуяла. Хоп, хоп, хоп. Смотри, почуяла там. Хоп, побежала назад. Что-то здесь ничем не пахнет. Интересное для собак занятие вот искать. Чего вы к дереву на дерево смотрите? Молодцы, везде проверить надо, да. Тайсон, ищи давай, активней. Активней, граждане, активней. Активней, товарищи, активней. Джина молодец, она никак не может поймать запах, да, Тайсон? Давай, ищи, Джина, ищи. Она долго ищет. Вокруг этого мешка она уже оббегала. Джина, я уже устал стоять. Давай ищи быстрей.
На тебя вся надежда. Чё-то Тайсон вообще там эту травку уже жует. Тайсон, ты что, попутал, травку жуешь? Тайсон, а мячик кто искать будет, Тайсон? Нету, да, там Джина? Посмотри в других местах. Смотрите, она ищет там, где я стою. Ну, конечно. Давай, ищи Джина. Идет. Интересно, а если мячиком вот так по траве прям пройтись, чтобы запах типа остался там? Смотрите, она мимо пробежала. Но она, видите, уже ртом дышит. Уже носом что-то это не ищет. Жарко, потому что. Джина, вот тут ищи. Вот тут ищи. Да, молодец, молодец, ищи. Вот сейчас найдет. Давай, давай, ищи. Ты же только что стояла у того мешка. Джина, ко мне. Ищи вот тут вот. Сейчас Тайсон найдет, блин, за тебя быстрее. Ну, 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 пахнет же, пахнет. О, о, о. Ай, молодец. Молодец, Джина. Тазик, ты так классно сидел, хотел его заснять. А как только камеру включил, он сразу подорвался. Типа, я тоже это работаю, не сижу. Тайс, Тайсон, Тайс, сидеть. Ой, сладкий, вот так сидел. Джина, порт, не жуй новый мячик мне. По жопе получишь. Апорт. Слишком длинная веревка у этого мячика. Она когда бежит, иногда наступает на веревку. Тайсон, сидеть. Сидеть. А я говорю, Тайсон, а ты разве не считаешь? Сколько Джина уже пробежал? Джина, апорт. Просто папка сбился со счету, а Тайсон сидит здесь, должен подсчитывать все. Джина, хорош жевать, давай сюда. Апорт. А он сидит и молчит, не отвечает. Дай. Слюнявая шабака. На, Тайсон. Эть. Фиг тебе. Смотри, смотри, смотри. Блин, сейчас все в слюне на этом. Тайс, плюнь. 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 Все слюни сейчас будут, блин, тазиковские, вонючие на этом, на этой веревке. Она такая. Дай, 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 дай. Веревка, блин, дурацкая. Я надеюсь, она быстро порвется, и я ее сменю. Потому что она такая вот. О, здесь уже вон, Джиночка порвала. Все впитывает, короче, белое. Тазику вот вы говорите, ему игрушку возьми. Зачем ему игрушка? Что он с ней будет делать? Лежать рядом с ней? Бегать он не бегает, прыгать не прыгает. Не, он, конечно, будет бегать, если ему бросать. Но он вот так вот побежит и там же и ляжет, где игрушку возьмет. Так что смысл нет ему давать, ему как бы не особо это надо. Конечно, ему игрушечку хочет там чуть-чуть повзаимодействовать с игрушкой. Ну и так, и лечь просто, или сесть. Да, Джина! А так ему давать, чтобы он ее таскал. Он ее все равно где-нибудь потом оставит. Я не угляжу. Он сколько вот так мячей уже потерял. Бегать он не бегает же, все равно потом хромать начнет. Поэтому я его не гоняю. Джина, апорт! Ему игрушка не нужна. Дома есть вон мячик один. Никто с ним не играется. Конечно, собака сама собой не будет играться. Это с ней надо играться. А если я начну с тазиком играться, он потом хромать начнет. Джина, апорт! Он в последнее время вообще такой веселый стал. По ночам особенно. Да и сейчас на прогулку вышли. Я их там отпустил в парке. Он там задержался, тазик. Видимо, что-то занюхался там. И потом оглядываюсь, а он такой бежит так быстро. Эх, эй, эй, мне так приятно, радостно, когда тазик бегает. Апорт!
Так что пока он не хромает, я не хочу его гонять, блин, чтобы он бегал-прыгал, чтобы потом опять хромать начал. Да, Тайшин, ты мой сладкий. Сейчас вон там лопухи, я тебе буду слюни вытирать. Давай еще тут три раза сбегаешь наверх и все. Дина. Ты моя сучка. Опа. Раз. Короче, я предполагаю, почему Джина в прошлый раз себе шлифанула лапу. Шкуру сняла. Джина, порт! Когда я ее здесь бросал, я думал, что она об траву так скосила себе шерсть. Прям под кожу, под корень. А там, короче, вот дальше есть бордюр. И, видимо, когда я за бордюр... Апорт! За бордюр бросаю, она вот со скоростью летит, и, видимо, об этот острый угол бордюра лапой задней зацепилась и прям срезала вот так, видите, она улетела, срезала себе, наверное, шерсть на лапке. Скорее всего, так, по-другому никак. Джина, апорт, последний раз. Апорт! Вот так и гоняем. А по-другому с питбулем, ну как еще, ему надо... свою дурь куда-то выплескивать. Да, Тайшин, иди, мой хромака. Давай, слюни свои сейчас. Иди. Тазик, сидеть. Молодец. Фу, смотрите. Блин, я вот только что в дендропарке вытирал ему слюни. Опять они. Откуда они у тебя берутся, Тайшин? Такой свинявый у меня, Тайшин. Тайшин. Тайс. Джина! Ну-ка не жуй! Сучка! Плюнь! Ко мне! Вот нельзя давать собакам мячик. Вот поигралась, все, забрал, иди кайфуй, отдыхай. Дай сюда! Все нельзя. Тайсон, дай лапу. Иди, мой зять. Все, нельзя. Это новый мячик. Эй, фу! Веревка вся скользкая от свиней. Сейчас от слюней вытру и в карман уберу. Да, Тайсон? Вы такие глаза красивые у тебя. Пипка. Пипка шуршавая, надо ее почаще мыть, она снова гладкой станет. Проверено. А как его звать? Пряник. Пряник? Пряник? Пряник. Походу, ему не очень нравится это имя. Не, он просто... Пряник? Эй, пряник. Джинка, а тебя надо булкой было назвать. Булочка. Тайсон, а тебя как бы назвать? Шоколадка? Пряник. Нельзя, Джинка. Ну что ты это? Это она, когда играет со своим мячиком, она не хочет, чтобы кто-то другой тоже рядом игрался. Никого не пускают к папке. Молодец, Джин, не обижай, малыш, и... конечно. Ты не против, если тебя поглажу? Хоп! А это вообще добряк, он людей очень любит. Больше любит людей, чем собак. У него такая мягкая шерсть. Да? Просто у нас, ну, это помесь Библии с хаски. И у него... С хаски? С хаски, да. А я думал, это эстонская гончая. Нет, это Библии с хаски. Ничего себе. Точно с хаски? Что-то хаска вообще не пахнет. Ну, только если шерсть. На спине у него прям жесткая. Что-то вообще не похоже. Он выше, чем кобели Бигля. У него мать Бигль, а отец Хаски. Это точно? Очень да. Странно. Да, он похож. Чуть от отца-то ничего не отошло, не это вообще. Голубые не передалось. Когда он был щенком, прям голубые-голубые. Ну, там спина очень жесткая, прям шерсть ужасная. Бигль, да. Эстонская, да. Но Хаски не пахнет. Может, эстонская с биглем, скорее всего. Нет. Эти 8. Да, Женка, жарко сегодня, так хорошо что-то. Ну, нельзя, Женка, не обижай его. Не обижай, малыша, не обижай. Мне кажется, у Женки... У Женки это, шерстка-то помягче, чем у Тайсона, по идее. Это, ну, мне так кажется. Не знаю, у него промощение, но мягкий шерстка. Ему... Сколько дадите ему лет? Мне кажется, он пожилой, да? Уже такой худенький. Вот этот. Сколько? Не знаю. Уже лет 8.
Нет? Скоро 12. Джина, нельзя, нельзя. Джинка. Это играть зовет. А, он ревнует, да, наверное? Хозяйка чужую собаку гладит. У меня Джинка такая же ревнивая. Если я кого-то глажу, она сразу начинает. Пряник, ты чё? А лает как бигль прям. Да. Джина мячик ждет, да? Я тебе не дам сейчас мячик. А то ты его покусаешь, мальчика. Ну иди сюда, он же, видишь, добрый дом. А, Тайсон уже это, играться сейчас будет с ним. Тайсон, давай играй, Тайс, вперед, вперед. Играй, Тайсон, вперед. Иди сюда. Нельзя, нельзя, Джина. Нельзя. Нет, нельзя. Нельзя. Ты какая болтушка. Болтушка. Да ты мой, никому не отдашь. Иди пряничек. О, все. Тайсон защищает теперь. Да, Тайс, защищаешь от собаки. Джинка, ты меня сейчас с ног снесешь. А сколько он весит? 35-36 где-то. Эй, ну-ка хватит. У нас с тобой разница 20 килограмм. Это он просто худенький, ну как бы такой, стройняка. Потому что на старости лет я его особо не кормлю, чтобы ему там на суставы нагрузки не было. Так бы он 40 килограмм, наверное, весил бы. А он еще 16 килограмм весит. Маленький, худенький. Эх! Да он не худенький, он нормальный. Мне кажется, я его не кормлю. Да это вот про наших говорят, что все худые у меня. У него хоть ребра не видно, а у этой вот ребра видно. Иди сюда. Иди сюда. Ну куда идти? Иди сюда. Иди поглажь. Чего боишься? Чего боишься? Чего боишься? Чего боишься? Любовь моя, чего боишься? Ну вот, скажи, так бы и сразу. А то, понимаешь, гладишь других собак. Я ж твоя собака. Да? Со мной играться надо. Он слюнявый? Нет. Ну, он только... Он не слюнявый. Нет? Только если там еду видит какую-то вкусную. Ой, вот это мы любим. Зато ушастый, да? Да, ушастый-то да. Набегалась Джина, погоняла Джиночку с новым мячиком, да? Динка, хороший мячик папка взял. Новый, вкусно пахнет, да, на весь новый. Да, в принципе, собаке пофигу, какой мячик, новый, старый. Главное, чтобы папка игрался с собакой. Да, Тайсон? Тайсон тоже любил раньше бегать с папкой на велосипеде, за мячиками. Что, давай спускайся здесь, а то там высоко потом прыгать будет. Джина, вперед. Диночка, ой, как ты быстро косточку грызешь. Короче, это вчера на соревнованиях сидели там с людьми, общались. И что-то про курицу зашел разговор и про аллергию. Они говорят, не давай курицу. У всех, вот все там говорят, что на курицу она вся обколотая, короче, в магазинах. И у всех, у их собак на эту курицу такие же вот эти прыщички аллергенные, как у Джины. Поэтому, а я вот думаю, от чего, блин, это может быть, а?
Короче, сейчас, ну я же ей даю, не то, что я ей курицу даю, я просто даю мясо костное. В виде вот шеек куриных, там, спинок, лапок, голов там. Поэтому сейчас я откажусь, наверное, на месяц. Посмотрим, эффект получится, ну, пройдет, нет. Буду тогда, например, перепелками кормить. Да, Женка? Тимоё, красоточка такая. Глаза красивые у Женки. Эй, Тайшон. Привет, Тайшон. Ничего, язык высунул тогда. Язык выплюнул. Язык не держится. С добрым утром, Тайшон. Такой язычок у Тайшика. Яйка, Дуська такая вообще не реагирует. Тайшон! Тайшон! Ой, извиняюсь. Ты что, не проснулся еще, что ли? Молись. Сейчас гулять уже пойдем, Тайечка. Почему-то, блин, собаки мои, то что Джина, что Тайс, любят вот эту подстилку с кресла снять, как бы типа укрыться вот и там лежать. Это нехорошо, собаки так нельзя делать, Тайечка. Скажут, что у Джинки больше. Тут у Тайсона больше, чем у Джинки. Это Джинкина, это Тайсона. Тайсон! Лежать. Кушай, Тайс. Тайс! Вон там твое забыл. Кушай, Джина. Кушать, кушать. Творог с бананчиком. От Кив Бейкер. Спасибо. Сейчас я вам покажу время, и вы офигеете. Джинка меня подняла, лежит, зевает, поскуливает, зовет папу. Я думал, что ей надо? Оказывается, у нее опять понос. Пять утра, шестой час. Пропоносила уже. Два раза сходила, что-то опять сожрала, Жинка наша. Опять сейчас в наглую, прям на поводке, в кусты залезла и что-то жрать начала. Совсем опухла, Жина, блядь. Жрет всякую херню, потом меня в 5 утра, блин, поднимает. Срать она хочет. Ну-ка куда? Вставай, сиди. Ну ничего, на днях электрошокер приедет, буду тебя, блин, это... херачить. Сунешь морду какую-нибудь говно, блин. Как дам тебе разряд, чтобы забыла раз и навсегда, чтобы туда сувать морду можно.